Детей уберите, пожалуйста, детей. Детей. Даже интернет отошел. Tot din parte și ei de ce până la margine. Что снимают? Какие проблемы? Что снимают? Вот эта компания MediaSecurity. Нет, мы не обязаны. Вы находитесь на зоне. Вы обязаны представлять. Чего вас помнят? Куба не знала. Я за Куба не знала. Пускай снимает вот официальная пресса. Человек хочет в Европу сделать. Скажите, фирма охранная должна иметь бумагу, что она здесь находится официально? У нас просьба есть. Да. Да. Давайте только не ругайтесь. Мы не ругаемся. Все как мы не ругаемся. В понедельник дождетесь понедельника. Вы знаете, думаю, что это подождите, подождите. Оставьте, они имеют право как не вы все. Нет. Вы так все, вы везде. У них есть документы, а? Майк. Везде защищаете власть, которая защищает производство. Я как человеку вам хорошо отношусь. Но не надо усыплять людей. Ну, зачем вы сейчас создаете людям сейчас проблемы? Я создаю, потому что, Майк Трон, послушайте внимательно. Люди добьются своего согласно закону. Stați, nu vă supărați. Dumneavoastră până la sfârșit ați menținit și dorit și e normal. Înțelegeți? Dar pur și simplu cineva vrea să vă atragă la careva acțiuni care nu trebuie. Eu vă spun cum este. Ascultați-mă, în cazul de față. Și așteptați, este pritură, luni dimineață, noi le-am spus. Primiți hotărârea și ei trebuie să primească hotărârea. Dar dacă nu vin, atunci dumneavoastră aveți în drept, conform legii. Они имеют право без документов сейчас находиться. Они имеют право без документов. Фирма, которой было распределено это вот этот участок, они их наняли. Это их не проблема. Пусть им платят деньги, что хотят. Что они здесь охраняют? Подождите. Они должны иметь документы. Они имеют. Нет, подождите. Охранная фирма, она имеет документы. Покажите его. Подождите, она имеет документы. Слушайте меня, она имеет фирм документ, что она охранное агентство. Понимаете? В данной ситуации. Они заключили с ними договор. Я не знаю с кем. В данный момент они находятся здесь официально. Так вот, видите, вы даже не знаете, с кем. Как это какой? У вас есть дорожная полиция, есть маршрут, где должен стоять полицейский. У них хорошо, вот у меня у замкомиссара какой сейчас я вам должен представить документ, что я должен здесь находиться. Ну о чем вы говорите? Нет, я говорю только любой полицейский им представляет вам удостоверение. Вот его. Вот этот человек сейчас находится на работе и не имеет права на. Вот вы сейчас нервничаете, входите в конфликт с этим человеком. Зачем? Потому что не вы, не он, не может обеспечить безопасность этим людям. Да, правильно, поэтому и есть ваше заявление в примарии, вы добьетесь своего, просто терпения. Нет, вы знаете, как бы, это, наверное, нужно сейчас. Что сейчас? Какие-то вещи убрать, потому что было уже 3 дня, как бы, заявление. Смотрите, сегодня воскресенье, завтра в притуру, мы сообщили в притуру, сообщили всем, посмотрите, какие действия были завтра. Так прошло уже 3 дня. Сегодня еще раз сообщили, а завтра посмотрим, какая ситуация будет. На данный момент разбирается в примарии, есть решение муниципального совета о прекращении. Я думаю, что будет, не может быть, что не будет. Нет, за 3 дня. Вы поверьте мне, что никто не пойдет против вашего мнения. И ваше мнение никогда не останется просто. Вы не отвечаете на вопрос, была или нет реакции за 3 дня. На данный момент мы не имеем. Может, вы имеете какой-то? Я не вижу никакой реакции. Значит, наверное, люди как-то имеют право. На что? Не знаю, сами решили. Если эти господа охраняют вот эту вот территорию, у них должен быть договор. Деньги, договор. Охранников. Как охранное предприятие с этими. На каком основании они тут находятся? На каком основании они охраняют? И что они охраняют? Идите, не занимайтесь этим. Сейчас будем снимать, не переживайте. Чего вы создаете конфликт? Вы ничего не сделали за 3 дня. Are dreptul mass media, dar și treaba. Во вторник сказали, что примут решение претор. Сектор сказал, что будет принято решение согласно закону. Претор сектора не должен был допустить этот произвол в своем секторе. Вы уже не начинаете на претора. Вы не начинаете на претора. Претор сейчас попросил извинений и сказал, что он находится в районе. Он не успевает. Так сказал? Не мне сказал. Вот женщина. Есть вице-претор. Не надо мне рассказывать статус. Ты си статус Санкт-Петербург. Я не что требую сталаты. Не что требую сталаты. În procedură îți clărește să scoată tot, dar nu, să spui stată, să nu prinde declară, să pus gardul, înseamnă că noi niciun nu scuturali, că их, вот эти шапки, вы обязаны это сделать. Да, вы обязаны. Вместе с этими сохранами вы деньги получаете, они деньги получают. И вы обязаны это сделать. Что не знает наша программа на съемку, что не надо доставать камеру. Сюда и все, чтобы дети могли играться. Да, да, просто чтобы дети могли играться. Все, забор сняли? Да. Его надо еще убрать. Мы все слышали. Что значит тыкать? Мы стояли, разговаривали, мы подошли. Кто тыкал вам? А если кто приносит? А как это рашить? Ну я его убрал. Да, мусор, а уж нет. Искать мои, читать следука. И составляем, все подписываемся, акт, сколько бревен, сколько мы здесь сняли, сколько оставили. Все, сами все подписываем. А что насчет детей? Вы несете ответственность, если они сейчас, например, сломают ноги? Если дети сейчас, например, порежутся? Тот, кто установил забор, это законно, незаконно. То есть фирма будет ответственна? Вы лично персонально. Какую ответственность? За то, что вот дети сейчас могут поцарапаться, не знаю, там, не знаю, себе поломать руку какую-нибудь. За каждого ребенка несет отец персональную ответственность. Но не отец же забор поставил. Ну, а что ты путаете полицию? Причем тут охрана общественного порядка здесь находится. Вы не гарантируете, вы лично. Что-что? Вы лично в роли замкомиссара. Как я могу гарантировать, что с вашим ребенком может случиться, не дай бог? Нет, конечно. Пожалуйста. Лошадь спешили до умеизечи. Диспозиция примара. И это сумма. Necesară achitat pentru tăierea copacilor 50.993 de lei, vedeți, da? Eliberată de Congresul Comunităților Ruse din Moldova. De spații verzi, poftim, legea interzice tăierea copacilor, dar dacă ai plătit bani, înseamnă că taie ce vă dorești. Iată certificat de urbanism. Iată factura lor. Eliberată să achite 50.000. Este dedicată în poftim. Poftim. Certificat de urbanism. Asta pământul, 0,98 hectare. Iactul e 0,98 de capii construit. Acum și vă arăt. Vreți concret din document? Poși 2 secunde. Marți la 9 și ieșim vreo jumătate de oră la primul. Se construiesc casă cu 16 etaje și noi vrem să ne jucăm, dar ei construiesc o casă. Mi-a luat terenul deja. Dar dă-mi spui. Cine ți-a luat terenul deja? Spui ce se întâmplă. Noi vrem să avem unde să ne jucăm la terenul nostru, dar chiar doar că să nu